Сегодня у нас с вами презентация активного роста и фабрики директоров. Кто не знает, то это одно и то же. Старт нового курса по активному росту начинается с 13.06.2017, то есть ведется новый набор новых лидеров, желающих расти, развиваться, становиться директорами. Вот. И, конечно, наше обучение плюс ваша практика – это, конечно же, как минимум драгоценный директор. Да, то есть, ну что ж, с вами начнем. Вот. Есть еще у вас возможность, конечно же, позвать своих новичков. Вот. И, конечно же, очень важно собирать на такие вебинары именно новичков, потому что рост ваших новичков – это и ваш рост, да, поэтому нужно обязательно было звать. Народу мало на вебинаре, и, конечно же, бы хотелось, чтобы было поболее, да, поэтому исправляйте свои ошибочки, быстренько всех собирайте, кто в сети. Вот, и, конечно же, фабрика директоров, группа активного роста у нас с вами запущена около 2 лет назад, да, поначалу ее вела одна я, а сейчас я ее практически не веду, максимум один вебинар в круг, остальное все ведут уже директора, которые выросли сами и сами практикуются уже, да, и передают вам свои знания. Вот, но позже мы с вами это еще конкретнее обсудим. Конечно же, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Хотите ли вы быстро и профессионально построить свой бизнес в интернете с Faberlic? Хотите, да? Я, наверное, вам сотый раз повторюсь, но компания Faberlic нам предоставляет обалденные условия. Таких условий нет ни в одной компании. Таких условий, как по быстрому старту, да, вот мы тут считали, сколько новичок получит только одних премий, если он сможет за полгода открыть бриллиантов без выплат, да, без выплат на расчетный счет, только премии, бонусы, да. Мы посчитали, это было 990 тысяч, да. Если новичок откроет золотого директора, да, то есть это будет около 700 тысяч. То есть у нас сейчас такими условиями быстрого старта, просто мы на шаг впереди всех компаний, да, все вы знаете, в компаниях там есть 250 тысяч за год премия, да, потом еще что-то. У нас премии реально крупные, реально классные, невозможно этим всем не воспользоваться, да, то есть с момента регистрации вы в течение полугода, да, в течение 8 каталожных периодов вы должны открыть любое звание, и ваш квалификационный бонус умножится на 2. Да, я говорю в рублях, не в долларах, вот. И, конечно же, приглашая своих новичков на фабрику директоров в группу активного роста, вы должны понимать, что у вас есть шанс и у ваших новичков взять и просто забрать все эти премии, да, и исполнить с помощью них свои мечты. И все, кто сейчас видел клип, это мы ездили на Шри-Ланку, в этом году мы летим в Доминикану, а кто не может лететь в Доминикану, все вы видели, Faberlic приглашает вас в Крым, да, вот, и что самое интересное, самое классное, да, в 2018 году снова будет какая-то поездка куда-то, да, опять в какую-то страну мира, и мы опять-таки будем собираться всем интернет-проектом Faberlic онлайн, и опять-таки будем вас всех туда звать, поэтому сейчас наша с вами цель, конечно же, драгоценный директор, золотой директор, подтвержденный директор, помимо премий, нас компания каждый год с уровня золотого подтвержденного директора возит в разные страны мира. То есть, если мы подтвердим золотого директора к 2018 году до пятого каталога 2018 года, вот мы его подтвердили, и больше не падаем, подтверждаемся, да, то есть, чем раньше, тем лучше вы его откроете, вот, то, конечно же, компания вам
выдаст путевку на бесплатную поездку в какую-то из стран мира, о которой мы еще не знаем. Скорее всего, мы о ней узнаем только на ассамблее, да, в октябре. Вот, поэтому, дорогие коллеги, есть куда расти, и, конечно же, у нас есть директора, которым там вообще чуточку не хватило квалифицироваться до Шри-Ланки, особенно обращаюсь к этим директорам, все в ваших руках, 2018 год не за горами, мы вас очень-очень всех зовем, и, конечно, это просто незабываемо отдыхать среди элиты. Среди элиты. Конечно, компания к нам отнеслась как к элите. Мы жили в 5-звездочном отеле в 3 минутах ходьбы от океана. Да, мы спали под шум океана. Да, с нами дрались обезьянки, у нас воровали брундучки, наши орешки. Ну, это, конечно, было здорово, неописуемо, незабываемо. Да? Вот, поэтому обучаемся, растем, наша с вами цель очень классная. Конечно же, у нас с вами есть уже выпускники активного роста, которым уже выдали или скоро выдадут дипломы по активному росту. И, конечно же, такие новички, уже не новички, да, они уже кандидаты в чаты топ-лидерства. И если такие новички по итогам 8-го периода выполнили критерии, минимальные 25 баллов и 5 личных регистраций, то мы их приглашаем еще на один круг активного роста, можно пройти повторно. Если же новички не выполнили, как вам даже сказать, условий, да, то есть наш активный рост им не помог расти, мы хотим таких новичков вернуть на обучение новичка, и чтобы такой человек прошел еще раз все 20 заданий для новичков. Скажите, пожалуйста, всем ли все понятно? Те, кто получил дипломы, поздравляю. Те, кто не получил дипломы, не получил регистрации, не смог, да, по каким-то причинам, да, кто-то рожать ушел в роддом, да, у кого-то там какие-то болезни были, кто-то там, не знаю, по каким-то своим причинам, да, кто-то просто ленился и не понимал, что звание директора это не просто престижно, это еще и выплаты хорошие, да, то есть сейчас в ваших руках с быстрым ростом, о котором вы можете рассказывать всем, за полгода открыть директора это обычное дело в нашем проекте, это очень быстро, и вы знаете, это очень распространенно, полгода директор, это даже без быстрого старта, это у нас такая статистика, тот, кто работает, выполняет все рекомендации своего наставника, да, и кто старается, учится, обучается, тот в легкую выходит, да, и, конечно, все вы знаете, что с уровня директора у нас с вами начинается все самое-самое интересное, что редко может дать какая-либо из компаний, да, когда мы с вами стартуем, компания нам предоставляет все акции на новичка, да, в стартовую программу, программу Faberlic Club, да, то есть с уровня директора у нас с вами начинаются квалификационные бонусы, бонусы стабильности, бонусы развития, бонусы материнства и усыновления, да, все вы знаете, что с уровня директора начинается все самое-самое крутое, все самое-самое интересное, и премии только начинают нам с вами идти. Конечно же, с компанией Faberlic выбирают бизнес только те люди, которые смотрят на года вперед. На года вперед, которые любят крепкие структуры, которые желают пожизненно зарабатывать огромные деньги. Это очень-очень важно сейчас понять, да, потому что у нас очень часто бывает такое на проекте, что кто-то втихаря может сбегать в какой-то хайп, какие-то там где-то площадки покупать, потом вернуться назад и стать директором. Давайте с вами просто поверим, да, компании Faberlic, поймем, что мы работаем официально, легально, у нас с вами пойдет стаж с уровня открытия, да, и сама свой расчетный счет банки, чтобы у меня шел стаж и я получала наличные деньги, я открыла через 4 месяца от начала своей работы. Я уже получала первые свои 15-18 тысяч, да, и все вы это видели в распечатках на вебинаре для новичков. Кто видел, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот, пожалуйста, вам
заявочка, отскриншотьте ее. В принципе, я ее отправляла по чатам, я ее отправлю еще раз. Если у вас выполнены критерии, я вас поздравляю, мы вас автоматом переводим. Ваши директора вас автоматом переводят в новый чат активного роста, да. И, конечно же, те, кто что-то где-то недовыполнил, поторопитесь. 5 регистраций – это 5 дней работы, активной, хорошей работы, поэтому поторопитесь и отпишитесь своим лидерам. А второе занятие у нас с вами будет по активному росту уже закрытое, уже в пятницу. И, конечно же, хотелось бы, чтобы те, кто вот где-то там 1-2 регистрации не донашли, 1-2 балла не доделали, все бы это сделали и успели бы прийти к нам в пятницу на наше первое задание, да, наше первое занятие, дорогие коллеги. Очень желаю всем пройти курс активного роста, чтобы попасть уже в чат топ-лидерства. Да, это уже третий уровень обучения, чат топ-лидерства. Итак, такая группа у нас с вами занимается 2 раза в неделю, по 2-3 часа. Вебинар может идти час, и вебинар может идти 1,5 часа. Не всегда оно бывает в 19:00. Лично я свои вебинары буду по активному росту проводить в 19:00. Кто-то будет проводить раньше. Поэтому вы можете спрашивать заранее в чате активного роста, во сколько сегодня будет вебинар. Да, это очень важно. Вот. И, конечно же, честно сказать, что те, кто учил, обучался, не просто тусил и болтал в чатах, они начинают расти и развиваться в разы быстрее. А те, кто уже в прошлый раз прошел круг активного роста, практически все, кто выполняли задания, сейчас у нас в чате топ-лидеров и уже кандидаты на совет директоров. И это очень важно знать, это очень важно понимать. Вот, требования, конечно, на мой взгляд, высокие, но вы будете интенсивно обучаться и выполнять задания. Вот, вы готовы к интересному обучению, к посещению школ через день и выполнению домашних заданий. То есть 2 раза в неделю вас будут обучать, и вы будете выполнять домашние задания. Все ли готовы к этому, все ли это хотят, все ли хотят роста, все ли хотят звания директорства, как минимум директорства, да? А вот, пожалуйста, представлены, и еще будут обновляться, еще будут добавляться темы. И, конечно же, хочется сказать, что это не все тут перечисление. Вот, еще будут несколько тем, я точно знаю, что 5 или 6 новых тем будет. А также Антон Кононов, мой муж, все вы знаете, он очень активно рекрутирует, он вот за последние 4 дня нашел 7 регистраций, и он хочет с вами в этом круге поделиться своим, скорее всего, в пятницу или во вторник, мы еще точно не знаем, да, он хочет очень поделиться своей методикой и очень желает, чтобы вы к нему пришли, особенно, да, новички, которые первый круг по активному росту, особенно те, у кого не получается находить по одной регистрации в день, да, это критерии, выставленные новичкам, вот, обязательно приходите, мы расскажем вам много нового. Вот. Итак, конечно же, дорогие наши будущие директора, с вами будут делиться знаниями только те директора и только те лидеры, которые получили хорошие результаты по своей личной работе. Да, все вы знаете, что у нас есть лидеры, которые с одной веткой наставника сами не растут, да, и получается, что они в уровне выросли за счет наставника, а есть лидеры, которые вообще растут одни, которые остались без наставника когда-то и просто пользуются интернет-проектом, материалами интернет-проекта и также остаются на плаву, как и те, кто вырос за счет наставника, все одинаково, да, в том числе, конечно же, и я, когда я осталась без наставника, вы знаете, я, наоборот, лучше стартанула, поняв, что мне надеяться не на кого, да, вот, тоже хотите много регистраций, будем рады с вами поделиться своими секретами. Единственное но,
И это самое важное. Мы будем вычислять, кто ставит лайки на видео по активному росту, потому что лайки ставить нельзя. Они автоматом попадаются к вам в открытый доступ на ваш YouTube. Это во-первых. Во-вторых, кто будет записывать ролики по активному росту и выкладывать их в открытый доступ, сразу же будут удаляться из чатов. Сразу же. Никого не пожалеем. Вот. Больше мы не хотим обучать весь интернет. Мы хотим, чтобы наши фишки использовали только наши лидеры. И это очень-очень важно. Понимаете сами, если какую-то фишку узнает 500 тысяч человек в интернете, то есть люди, которые это делают. Поэтому это предупреждение. И таких предупреждений у нас с вами не было никогда, ни для кого. Но в этот раз мы хотим очень сильно вас предупредить. Никаких лайков на видео закрытые и никаких записей и выкладываний их в открытый доступ. Никогда, ни при каких условиях. Это только наше внутреннее обучение. Да, это только наша внутренняя с вами изюминка. Нас и так много. Давайте будем свои фишки оставлять внутри проекта. Так ведь? Давайте с вами договоримся. Договорились? Не лайкаем, не записываем, не выкладываем в открытый доступ. Все участники активного роста, все топ-лидеры, все директора, все это должны знать. Огромное спасибо вам за обратную связь. А также хочется сказать, что мы получаем знания в чате активного роста от лучших из лучших. Это на самом деле так. Задаем вопросы мы тоже этим же самым лучшим из лучших. И все это бесплатно. Наш интернет-проект никогда не будет брать деньги с людей, которые хотят расти и обучаться. Почему? Почему все бесплатно? Почему у кого-то платно, у кого-то бесплатно? Да? А все мы с вами знаем, что иногда по интернету гуляют люди и предлагают вам за денежку обучиться. Так вот, а эти люди с вашего роста ничего не получат, и эти люди теоретики. Однажды мне в соцсети предложил мужчина обучение, я спросила, в какой он работает компании, на каком он уровне. Вы знаете, он мне ничего не ответил, он добавил меня в черный список. И так несколько десятков людей, которые мне предлагали, да, они наверняка надеялись, что раз у меня есть денежка, раз я на хорошем уровне, я заплачу, и мою команду за меня обучат. Так вот, нет. Дорогие коллеги, мы обучаем свою структуру бесплатно. Кто вляпался в платное обучение теоретиков, которые не имеют практики на деле, это, конечно же, ваши проблемы. И возвращайтесь, пожалуйста, назад на бесплатное обучение, которое работает. Да, практики не так красиво говорят, как теоретики, но зато они все это сделали своими руками. И сегодня я вам хочу сказать, что так как я одна буду из ведущих по активному росту, да, то есть вместе с директорами интернет-проектов Iberlic Online, я вам признаюсь, что я ни разу еще не оплачивала ни одной платной рекламы, ни разу еще не пользовалась, чтобы там целую неделю пользоваться роботом. Мы выросли вручную, и мы до сих пор рекрутируем вручную, дабы не потерять вот это вот золотое, как вам даже сказать, да, чувство, когда ты можешь сама научить новичков, как найти и как сделать результат, да. То есть вручную эффективнее, да, но у нас сейчас, допустим, есть шанс, мы можем взять видео и оплатить очень хорошую рекламу и сидеть на регистрациях, да, то есть у нас получается авторекрутинг, да, грубо говоря, немножечко такой уже пассивный доход, и мы можем это сделать, но мы это не делаем, не делаем это из принципа, чтобы не забыть, как оно работает ручками, чтобы не забыть, что к нам приходят новички, которые еще не могут это сделать, мы хотим сделать нашу систему дублицируемой, понимаете, чтобы наши новички могли за нами повторить, и чтобы у них был такой же результат, как и у директоров проекта. Вот. Я тоже работаю без робота. Угу. Вот. Поэтому
Обучение бесплатное. Также вы знаете, что интернет-проект разрабатывает новый сайт. Скоро с неделю на неделю мы уже его так вот ждем, ручки трем. А скоро он будет доступен. Мы будем выдавать новые крутые вам подсайтики, лендинги. Я думаю, вы все будете довольны. Мы переходим на новый уровень. Я думаю, все вы видели классные, шикарные ролики, которые создала Елена Потанина, старший директор с Киргизии. Низкий поклон Еленочке. Огромное ей спасибо за такие шикарные вещи, которые она делает безвозмездно для проекта. Вот. Марсель, это будет работать, да, поэтому ждем. Все видео уже в открытом доступе, вы можете их скачивать на свои ютубы, вы можете ими пользоваться. Пожалуйста, Лена дала добро. Да, Лена дала добро, ролики на самом деле хорошие. Новый сайт будет, да, скоро будет новый сайт, Зиночка. Да, Лене Потаниной очень низкий поклон, прям вот, я не знаю, прям лбом о пол, вот честное слово, так она нас выручает. Вот, рекрутинговый сайт будет новый, да, да. А там будет возможность редактировать для своих VIP-консультантов. Вот если вы VIP-консультанта, у нас их очень много, более, по-моему, 500 человек на проекте, у них еще будет возможность вести свой блог прямо в этом лендинге. Поэтому еще одна привилегия для VIP-консультантов будет очень крутой, когда вы можете сами заводить отдельную страничку в своем лендинге и сами ее наполнять своими видео, своей информацией, еще чем-то, и давать ссылку в соцсетях на этот лендинг, на эту страничку. Да? VIP-1, но каждый период мы будем перезаливать. Если вы, допустим, один раз сделали VIP, а второй раз не сделали, то один раз вы начинаете редактировать свой лендинг, второй раз вы уже не можете его редактировать, потому что мы перезаливаем информацию, и у вас отключается эта возможность. Да, но по новому сайту мы с вами поговорим позже. Это новое дыхание, сайт будет классный. Да, личный бренд можете развивать. Вот, и, конечно, вот и Леночка на вебинаре. Леночка, спасибо огромное. Вот, и, конечно, на каждом вебинаре по активному росту, по новому кругу, мы с вами будем получать задания, которые будут давать вам возможность правильно организовать вашу работу, поэтому их нужно выполнять обязательно. Заметим, что вебинары ведут только те директора, которые самостоятельно добились успеха. То есть, если, допустим, директор сидит в 23% корзиночке, все ли ходили на маркетинг-план, кто не ходил, приглашаю, такой директор не допускается до проведения вебинаров. Только директора, которые добились своего успеха самостоятельно. Поэтому цените это обучение, цените именно обучение по активному росту. Пусть оно и бесплатное, да? Вот. Если вы чайник в интернете, то работать хотите, а то я вам хочу сказать, что когда я начинала работать, я тоже была чайником в интернете. Мои умения были на уровне пользования. Я сама обучаюсь и сама обучаю команду и снимаю ролики, как идти. Вот. Нет, прерываться можно только в том случае, если, к примеру, вы 5 периодов подряд делали 100 баллов лично, и вдруг у вас на следующий период вы забыли сделать или оплатить до конца каталога заказ, у вас 100 баллов не сделалось. Если вы на следующий период, после того, как вы не подтвердили ЛО 100 баллов, сделаете 200, тогда ваш VIP-стаж продолжается и не сгорает, только в этом случае. Вот. Итак, критерии на вступление в новый чат активного роста остаются прежними, какие были до вступления в этот действующий чат, который окончен, да. Это 25 личных баллов вы должны уметь делать ежекаталожно. Заказы вас никто делает, уже обучать в активном росте не будет. Это уровень новичка, знакомиться с продукцией. Второе, это проведенных лично 5 регистраций, да. Лично 5 регистраций, не обязательно активных, но вы их должны уметь проводить. Почему? Потому что в активном росте вы уже не будете получать инструкции, как зарегистрировать человека. Да, это уровень новичка, то есть там мы уже этим не занимаемся. Далее, по 3 странички в каждой соцсети минимально у вас должны быть. Это ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.
Четвертое. Прохождение базового обучения для новичков. Да? То есть у каждого директора свое обучение, но минимально там идет 11 заданий. Минимально 11 заданий, их нужно научиться выполнять для того, чтобы вы смогли уже понять, о чем вам говорят в активном росте. Потому что темы для новичков мы не задеваем в теме на втором этапе обучения. Да? Потому что мы вас уже в активном росте готовим в школу туп-лидерства, да, то есть чувствуете разницу, поэтому нужно обязательно обучиться на школе новичка. Итак, и давайте с вами сегодня на открытом занятии поговорим об очень важной теме. Рассчитаем с вами расчет ежедневного шага, прирост по баллам и личные работы. Обратите внимание, именно личные работы, да, не групповой. Это то, что вы будете делать сами, своими руками. Да? У нас есть компании, которые, допустим, или лидеры, да, каких-либо сетевых компаний, в частности Фаберлик, которые учат регистрировать людей или в первую линию, или они учат приводить людей только, как вам сказать, только покупателей, продавцов, не учат обучать людей расти в бизнесе. И, конечно, вот путь получается до уровня директора вот таким вот, да. Давайте с вами мы его сейчас просмотрим. Вот, чтобы вам было понятно, о чем я говорю, да, то есть расчет ежедневного шага, именно ваша личная работа, именно ваша личная работа, жирненько, да, да, чтобы стать директором, товарооборот у нас с вами 3000 баллов. Сколько это рублей? Да, если брать пример Россию, то это 225 тысяч русских рублей. Да? Товарооборот мы с вами создаем. А если вы хотите стать директором за 3 каталога, за 63 дня работы, да, каталог у нас длится с вами 2 или 3 недели, в большинстве случаев 3, то, чтобы стать директором за 3 каталога, вам нужен прирост по 1000 баллов в каталог. Так? Так, если учесть статистику, то каждый четвертый зарегистрированный, это нормальная статистика, делает заказ. То есть мы с вами 1000 баллов умножаем на средний заказ, это примерно 20 баллов, и умножаем на 4, это у нас получается 200 человек, да? Вот, это получается 200 человек, вам надо привести лично в каталог для того, чтобы у вас было 10 личных регистраций в день. Да, как вы понимаете, это практически невозможно, это очень сложно, если вы не имеете возможности оплатить себе рекламу и так далее, и так далее. Да, директор за 5 каталогов, это уже 6 человек в день лично. Директор за 10,5 месяцев, это уже 2 лично человека в день. Да? А все ли поняли расчет? Поставьте плюсики-минусики. Все ли поняли расчет, который я вам считаю? И ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, нравятся ли вам такие расчеты и такой рост. Прям всем нравится? А хотите расти в 3 раза быстрее? Нет, не нравится. Угу. Нереально, правильно, да. Вот. Смотрите, конечно, кто-то согласен расти один, воевать один, но я вам предлагаю сейчас именно создавать свою команду. Мы понимаем, что один в поле не воин, а если и воин, то очень-очень долго. 10 регистраций, Елена, правильно. Это нереально. 10 регистраций – это нереально. Поэтому я вас призываю сейчас работать командно. Работать командно и понимать различия, когда вы работаете одни или когда вы работаете командой. Когда вы строите группу людей или когда вы всех, к примеру, шлепаете в первую линию. В итоге каждый директор, который под вами откроется, будет приносить вам 5%. Да, без всяких маркетинговых разниц, без всего. 5% ваши. Да? Расчет каждый делает под себя, но мы с директорами проекта сделали второй уровень обучения. И пока вы сами обучаетесь и не можете полноценно много дать качественной информации, пока сами новички
не могут, да, обучить своего новичка. Да, личное нереально, я с вами соглашусь. Вы правильно, кто пишет нереально, тот пишет правду, да. То есть и пока вы сами новички, проект обучит ваших людей за вас на вебинарах для новичков и, конечно же, более глубоко на вебинарах для активного роста. То есть интернет-проект Faberlic Online предполагает то, что новичок пришел на проект, он на следующий день приводит другого новичка, он еще сам ничего не знает, но они вместе могут обучаться на одних и тех же вебинарах. Я думаю, вы цените то, что делает интернет-проект. Да, и, конечно же, ваши новички станут директорами, если вы добьетесь от них, чтобы они ходили на вебинары. Поставьте плюсики, понятно ли вам вот это вот. Да, то есть ваша задача поскорее довести новичков до активного роста и контролировать их, как они проходят, что им понятно, что им непонятно, да, отписываться своим директорам, если вашим новичкам что-то непонятно. И на этом этапе обучения директора реально будут обучать вас и ваших новичков, но сопровождать своих новичков плотно будете лично вы. Да, лично вы. То есть с нас обучение, с вас сопровождение. Только командная работа дает взрыв по росту. Делаю 50 баллов, но за 8-й каталог регистрации не было. Нет, не подходите, Надежда. Прошу провести 5 личной регистрации, потому что вы можете делать хоть 500 баллов лично, но директором вы не станете, если вы прошли обучение по активному росту и у вас нет регистрации. Вот, поэтому да, конечно, нужно научиться проводить регистрации. Вот, поэтому командно работать лучше. И сейчас мы с вами поговорим именно о видении вашей будущей структуры или структуры, у которой она есть. Конечно же, у нас с вами есть лидеры разных рангов сейчас на вебинаре. Прошу директоров поставить букву D в чат, старших директоров SD, да, и лидеров 3, 6, 9, 12, 15, 19. Также вас прошу отписаться. Отпишитесь, пожалуйста. И, конечно же, кто у нас с вами чуть-чуть 9-12%, они уже будут видеть, что я права. Вот сейчас в этих вот расчетах, и я буду очень признательна вам, вот именно лидерам, да, 9-12% и выше, и директора, чтобы вы подтвердили, что эти расчеты на самом деле, они работают, и в них можно и поверить, да, вот. Да, вот вижу лидеры, директора, молодцы, хорошо, молодцы. Спасибо вам огромное, низкий поклон за обратную связь. Вот, и давайте же с вами поедем дальше, да. Конечно, наш приоритет, интернет-проект Faberlic Online выставляет приоритет в работе, выставляет приоритет, не требует с вас, но рекомендует вам научиться приводить по одной регистрации в день новичков. Рекомендуем учиться. Не у каждого это получается, у большинства не получается. Но есть такие солнышки на проекте, которые научились это делать. И, конечно, это нужно огромное терпение. Каждый день рекрутировать, приглашать людей и потом их обучать. Да, вот. Значит, если мы будем уделять время для обучения своих новичков, которые к нам пришли, звать их на все проводимые школы, сами будем обучаться и посещать все школы, да, то есть это важно. Обычно лидеры, которые уже на 9-12%, они совмещают рекрутинг с обучением. Знаете, это очень распространенная практика в нашем проекте, когда лидер включает запись вебинара и начинает рекрутировать, да, ему что-то интересно стало, он свернул, да, допустим, свои одноклассники и посидел внимательно, послушал, потом дальше садится и начинает рекрутировать, да. Также, вот тогда, конечно же, если вы все эти критерии будете выполнять, тогда ваш рост будет качественным, да. Итак, видение структуры, если вы работаете командно, именно командно, когда вы приводите свою структуру именно лидеров, которые у вас ходят на вебинары, обучаются и стараются выйти на рекомендуемый уровень на нашем проекте. Итак, вы начали активно работать и получать по одной регистрации в день. То есть, обратите внимание, да, полгода лидер может сидеть, наблюдать за чатами, в чем-то сомневаться, и вдруг через полгода ему стрельнуло в голову, что он хочет расти, хочет расти, он будет работать, и вот с этого времени начинается отчет его серьезной работе на интернет-проекте. Да? Я думаю, вы это должны понимать, потому что
Некоторые лидеры говорят, я полгода на проекте, вот работаю уже пятый день активно, а регистрации у меня нет. Да, очень часто такое бывает. Или лидеры, допустим, говорят, я полгода на проекте, а у меня ничего не получается. Начинают разбираться. Они не обучают новичка по обучению, которое работает. Да? Они, например, обучают по какой-то своей наработке, по какой-то своей разработке, неизвестной мне, а результат спрашивают с меня. А я как это пойму, как это у них там все это работает, если это практика мной не испытана, да, то есть где вы взяли этот материал, вот тому идите с того и просите результаты, так ведь? То есть мы ручаемся только за тот рост, который обучен по нашей методике, да, вот это очень важно сейчас понимать, дорогие коллеги, вот, и, конечно же, если вы научились идти по одной регистрации в день, то у вас получается 21 регистрация в каталог, и, конечно, если вы умеете все привилегии рассказывать, да, которые мы учим вас рассказывать, да, прям каждый первый день от начала каталога я веду вебинар, где рассказываю все привилегии компании Faberlic, да, кто на него ходил, прошу написать отзыв, понятно вам, непонятно я веду, мне вот сейчас это очень важно, да, то, конечно, самое главное, мы с вами ведем, мы с вами обучаемся, мы с вами рекрутируем людей, да, и, конечно же, мы их обучаем верно. И мы с вами всегда доносим все привилегии, все акции, лучше всего при личном созвоне или хотя бы при аудиозаписи, да, когда можно в соцсетях отправлять сразу аудиозапись. Пожалуйста, обучай, Марсель, обучай, конечно. Вот, у нас с Николаем практически одинаковое обучение, но ничем не отличается. Может, там задания местами где-то поменены, но в целом одно и то же, да. То есть, нашли 21 регистрацию в каталог, и будьте готовы к тому, что не все найдут вас в скайпе, не все у вас будут обучаться, не все сделают заказ, да, то есть статистика, она такая и есть, что каждый четвертый кандидат на регистрацию может не сделать вашей команде заказ, и это нормально, и это хорошо. Да, то есть работать у вас будет примерно каждый пятый зарегистрированный, да, заказ у вас будет делать примерно каждый третий, да, то есть кандидат на регистрацию. Конечно, если вы идете, извините, опечаталась, по одной регистрации в день, за каталог вы найдете 4 активных работающих, так же, как и вы человека, да, если нашли 21 регистрацию, а работает примерно каждый пятый, четвертый, то 4 активных человечка у вас находится, да, и за один каталог работы в вашей структуре появится 5 активных людей вместе с вами, да, 4 и 5, и один вы, то есть пятеро, да, и получается, если вы обучаете лидеров делать 50 баллов, то это товарооборот от 6% уровня, да, от 6% уровня. Кто-то делает 100 баллов каталог регистрации, кто-то 25, без разницы, суммарно, да, примерно 50, да, то есть это возможно только тем лидерам, которые знают все акции, которые знают все привилегии, да, которые прям все умеют рассказывать, да, которые обучаются сами на вебинарах. И у нас с вами получается, что за каталог работы вы уже можете найти, выйти на 6%. А второй каталог работы, структура из 5 человек, также регистрирует каждый по 20 человек, да, заметьте, 21 день в каталоге, но я написала 20 человек, потому что каждый день все равно по регистрации, иногда 3, иногда 0, вот не бывает такого, чтобы каждый день по одной реге, не бывает, вот у нас тут не было 2 дня регистрации, да, потом раз за 2 дня более 5 регистраций прошло, потом опять день тишина, потом через 2 дня 5, допустим, 3 регистрации. То есть не бывает такого, что по одной в день. Поэтому я тут не стала брать 21, я взяла именно 20, да. То есть как скидочку, да, вашей команде. То есть если брать 21, то, конечно, уже на 5 человек больше в этой команде, уже на одного лидера работающего больше, и расчеты будут еще круче, да, все вы с нами, все вы это понимаете, да, и, конечно же, я взяла 20,
И в нашей с вами структуре, допустим, становится 120 человек, потому что каждый рекрутирует, да? Но активных прибавилось на 20, потому что работать не каждый зарегистрированный будет работать и приводить людей, понимаете? То есть, чем больше активных регистраций в вашу структуру, тем больше шансов найти работающих людей в вашу команду. И того в вашей структуре стало 25 активных людей. Всем расчеты, надеюсь, понятны, да? Итог. За второй каталог работы в вашей структуре появится 25 активных людей, в том числе и вы, и ваши регистрации. То есть вы не руководите командой, вы тоже вместе с ними работаете, да? Вы тоже стараетесь побыстрее выйти на уровень директора. Потому что до уровня директора самое главное – это рекрутинг. Это рекрутинг, рекрутируем, да? Что получается? 25 человек по 50 баллов, да, это получается 1250 баллов. Тут приведен пример только лидеров в вашей команде. То есть, если у вас еще будут какие-то покупатели по 10, по 20, по 15 баллов, это прибавляется в этот оборот. Тут голые расчеты, обратите на это внимание, да. Получается, что товарооборот 12% уровня и выплаты уже от 6000 рублей. Третий каталог работы. Ваша структура из 25 людей также идут по одной регистрации в день. И в вашей структуре насчитывается уже 620 человек, да, как мы понимаем, 125 из них активных. И теперь мы с вами просчитываем весьма приятные цифры, да, которые вы видите внизу. Оборот старшего директора. При правильном построении старший директор получает 45 тысяч рублей. Вот. Ну и, конечно же, скажите, пожалуйста, дорогие директора, верны ли расчеты, все ли понятно новичкам 3-6-9%, все ли понятно кандидатам в активный рост, которые, да, у нас с вами пойдут. Все вы, наверное, поняли, что обучение будет весьма серьезным, да. Вот. Я думаю, что вы должны сейчас понимать, что мы-то рядом. На любые вопросы, которые вам непонятны, мы вам всегда ответим. И важно понимать, что в чате активного роста, да, вас ожидает 100% поддержка. Вы можете задавать любые вопросы. Там очень отзывчивые, классные сидят девчонки, мальчишки. Очень хорошие лидеры, которые, понимаете, они так друг другу помогают. Они не смотрят, их это новичок в чате активного роста задает вопрос, это или не их новичок. В чате активного роста мы все как одна большая семья, как родня, которая всем друг другу помогают, да. Вот участники, бывшие участники прошлого активного круга, которые перешли в новый активный круг, прошу вас отписаться, как вам отношения в активном росте, нравится ли вам то, что вы всегда круглосуточно получаете поддержку, да, потому что на самом деле эта поддержка, она очень важная, да, и, конечно, когда, понимаете, вы круглосуточно можете получить любой ответ на любой вопрос, ваша работа, она не тормозится, да, она не тормозится. Вот даже не дадут соврать, если меня, допустим, сутки не было в сети, я захожу, я вижу по 500, по 300 непрочитанных. Иногда даже бывает прям 1000 непрочитанных сообщений. Вот какая активность в сутки, а в чате активного роста проходит. Там мы уже не боимся ничего, там мы уже задаем вопросы, еще что-то. И вы понимаете, да. Самый живой чат, он очень интересный, очень эффективный, потому что те, кто попал уже в чат активного роста, они без сомнений идут на топ-лидерство, а из топ-лидерства они уже идут в директорство, да, то есть путь уже прописан таким людям, да, таким активчикам. Конечно, последнее время я вам уже это рассказывать начала несколько каталогов назад, но у нас с вами есть новички, которые еще не знает об этой фишечке, что в последнее время хорошо работает одна идея моя, да, созвоны с каждым новичком после регистрации по варианту работы в интернете. А многим сложно созваниваться, и мы нашли альтернативу. Вы можете через аудиозапись рассказать им, познакомиться с ними, их поздравить, еще что-то, ну, чтобы человек хотя бы слышал ваш голос, да, это уже на крайний случай.
Вот, в соцсети есть, да, и, конечно, созвон, что с новичком говорить или что записывать в аудиозапись, да, то есть обычно три слова о себе, да, вкратце о себе обязательно, о проекте, наш проект уже более 60 тысяч человек, да, прирост 1200% за год. Таня, собрание директорское для директоров будет после этого вебинара. То есть 15 минут я отдохну, выпью чай и будем собираться на совет директоров. И там я все расскажу, не переживай. Вот, значит, самый крупный работающий онлайн-проект Faberlic, это на самом деле так нам доверяют, как вы знаете, что вот я собирала только по своей структуре данные, да, в прошлом каталоге, так и то 2500 человек нам уже пришли, да, за первую неделю каталога к нам присоединилось 741 человек, и это мощно, да, такой приток людей к нам на проект, это просто великолепно, это просто здорово. Далее, значит, на самом деле ежекаталожно открываются директора, а у нас как-то раз был случай, что у нас открылось 24 директора, это было осенью, те, кто работает активно летом, очень-очень хорошо открывают звания драгоценных директоров именно осенью, да, это из года в год повторяется одно и то же, а тот, кто пропустил лето, завидует тем, кто открыл уровень драгоценного директора, тот, кто летом активно трудился, открывает драгоценного директора и собирает эту зависть и эти овации, да, это вот каждый год одно и то же, одно и то же, да, и далее, значит, Ой, спасибо огромное за комплименты, да, и о компании, конечно, нужно обязательно рассказать, что компания 20 лет на рынке, что входит в АПП, члены ассоциации прямых продаж, туда кого угодно не возьмут, почитайте, что такое АПП в интернете, да, собственное производство, 45 тысяч квадратных метров занимает наша фабрика, собственная лаборатория, благодаря ей уже 34 патента, наша продукция выпускается по стандартам GMP, не каждая фирма, не каждая компания сможет позволить себе оборудование, которое выпускает продукцию по стандарту GMP. Это очень высококачественное, дорогое оборудование. Также наша продукция не тестируется на животных, она тестируется методом инвитро. Испытания на животных не проводятся, они проводятся на микроорганизмах в пробирке. Далее, вся продукция тестируется по ГОСТам, СанПинам и так далее. Наша с вами структура передается по наследству нашим прямым родственникам. А также наша компания состоит в организации ЭКО, которая садит деревья. Также наша компания состоит в организации «Солнечный пес», которая помогает деткам с ограниченными возможностями адаптироваться к окружающему миру. А также наша компания проводит форумы уровня золотого директора. А с уровня золотого директора оплачивает поездки в разные страны мира. Едем по желанию. Да? Ассамблея с уровня директора. Золотого директора поездки в разные страны мира, а форумы прям с нуля. Только зарегистрировались, все, вы можете туда прийти. Билет обычно стоит 500 рублей, но вам подарят больше, чем на 500 рублей, поверьте, и вы все равно будете в плюсе. Вот, дальше, значит, как бы, да, также в разные страны мира, если вы, допустим, объединили свой номер с дочерью, дочь ваша совершеннолетняя, вы открыли Рубина, то вы можете вдвоем ехать вместе с дочерью, да, то есть это тоже супер, это тоже нужно знать. Также, да, и рассказывать об этом своим вновь зарегистрированным новичкам, потому что не все новички это знают, не все новички это понимают, новички думают, что работа в интернете это несерьезно, а у нас с вами на самом деле серьезный бизнес с идущим стажем, с белыми доходами. Далее, вопросы, да, обязательно спрашивайте, все ли чаты новичку видны, приняли ли новичка в группы, да, которые мы рекомендуем ему вступать, да, все ли знаем про подарки, обязательно, да, Faberlic Club, подарки в каталоге, вот в этом каталоге три подарка, точно помню, сейчас забыла остальные, но я точно помню, что дарится при покупке порошка ложечка мерная и дарится при
покупки парфюмерной водички Шерше Ля Фам, спрей дезодорант подарок. То есть новичок в каталог регистрации, когда он активирует свой регистрационный номер, да, уже может забрать себе подарок. И на следующий каталог новичок уже получает еще 3 подарка по стартовой программе по первому шагу, да, по акции новичка, если он у вас прошел, оплатил заказ до конца каталога. И, конечно же, новичок получает несколько подарков по программе Faberlic Club от 5 бонусов. Да, и это тоже шикарно, это тоже нужно рассказывать, да, рассказать, конечно же, можно в 3 словах о VIP-привилегиях, о заказе про 50 баллов, что скидка увеличивается до 26% от цены каталога и так далее. Сказать вам есть что, если вы созвоните с новичком. Ну, примерно у меня уходит 10, 15, 20 минут на созвон. Иногда, конечно, я могу говорить целый час, могу говорить полтора, но это будет бывает очень редко, и это бывает, вы знаете, я не знаю, раз в 3 каталога, наверное, да, вот один такой созвон у меня бывает длинный, большой, да. Нет, новый каталог, в новый порошок, простите, заговариваюсь, ложечка не вкладывается. С какого уровня можно передавать по наследству свой номер? Но обычно, когда вы уже открыли ИП и зарабатываете хотя бы не менее 10 тысяч рублей в каталог. А до этого, мне кажется, и передавать нечего. Ждем, ждем в директорах, ждем всех в директора обязательно. Вот, да, то есть, конечно же, обязательно спросите, сколько есть времени на работу. Если новичок хочет завтра стать директором, да, мы с вами понимаем, что завтра он не сделает 3000 баллов, да. То есть, должно быть четкие цели. Директор – это 60 человек по 50 баллов в вашей структуре. Их можно искать целый год, их можно искать неделю, их можно искать полгода. Так ведь? Распланируйтесь, какой, за какой период вы хотите создать какой товарооборот. 225 тысяч, да? Далее, за какой срок нужны какие выплаты, это тоже понятно, да, то есть показывайте табличку по маркетинг-плану. А если у вас есть малыш, предупредите и проговорите о том, что вы не всегда бываете у скайпа, и если долго не отвечаете, пусть пишут вопросы в чат. Для этого у нас с вами идет чат, да, для новичков, чат топ-лидеров, чат активного роста, именно по тем причинам, чтобы вас нет на месте, ваш новичок не стопорился в росте, да, получал вопросы своевременно. Далее, распланируйтесь, да, сколько регистраций, да, по одной в день советуйте, сообщите о важности вебинаров и сообщите о важности одной регистрации в день. Вот, в принципе, и все. Вот такой вот созвончик, он обычно, да, в 5 минут сложно уложиться, но 10-15 минут обычно лидеры укладываются. Вот, и, конечно же, вот такой просто разговор нам с вами дает колоссальный прирост, все оказывается просто, рекрутируем, регистрируем, созваниваемся и ведем новичка по готовому обучению, да, то есть велосипед уже изобретен. Велосипед уже изобретен, и для тех, кто не хочет созваниваться, я вас призываю встать на место новичка. У нас международный интернет-проект, да, и когда, допустим, вот ко мне недавно пришла девушка с Таджикистана, да, если бы она попросила со мной созвониться, я бы с ней обязательно созвонилась, да, что сказать таким людям, да, как вы понимаете, разные страны, разный менталитет, доверие, конечно же, вот оно практически нулевое, да, вы должны понимать, практически нулевое доверие. Человек вас в глаза никогда не видел, он к вам пришел в команду по написанному тексту, и это очень сложно, поверьте, поверить человеку, поэтому встаньте на место каждого своего новичка, а он приходит в чужую команду, где никого не знает. Вот вспомните себя, когда вы первый раз пришли на работу в новый коллектив. Как вам было тяжело. То же самое ваш новичок приходит на работу в новый коллектив. Так ведь? Поэтому с недели на неделю, Андрей, ждем. Вот, ну давайте, в общем, я потом чат вопросы буду отвечать, потому что я буду сбиваться, мне хочется вам передать тему, потом уже с вами в неформальной обстановке, когда я остановлю запись вебинара, поболтаем, да. Вот, значит, он приходит, человек к вам приходит в чужую команду,
И, конечно, к незнакомому человеку, в чужую команду, конечно, такие люди боятся пирамид, боятся интернета, потому что, я не знаю, в каждой сотой семье, да, вот по статистике, я недавно читала статистику, в каждой сотой семье кто-то из родственников уже обжегся на какой-либо из пирамид, кто-то куда-то успел сунуть свои деньги, да, начиная с МММ, да, все, наверное, помните. А поэтому, конечно, если вы возьмете и расскажете, что все тут официально, легально, что с уровня открытия договора с компанией у вас начинает идти стаж, что компания предоставляет официальные договоры, мы становимся партнерами компании, да, то есть не наемными работниками, а партнерами компании. Да еще и по наследству это все дело передается. Конечно, вот лично у меня многие удивляются, когда это рассказываю, хотя на вебинарах это все проводится. То есть, смотрите, с новичком у вас произойдет знакомство, коммуникация и повод доверять. Все, вы сделали, грубо говоря, огромную работу, и понимаете, если вы не будете бояться показываться своим новичкам, вас ждет блестящее будущее. И, конечно же, просьба по вчерашней, позавчерашней переписке, да, то есть мне звонит очень много лидеров, мы с ними общаемся, и самая интересная ошибка каждого лидера, который, может быть, как-то не так растет или еще что-то, у него начинаются какие-то сомнения, поэтому я прям черным по белому пишу, чтобы вас никакие цветные картинки не отвлекали. И, конечно, я уверена, что все директора проекта вас к этому призывают, да, то есть прежде чем экспериментировать, откройте для начала статус минимально этой директорство. То есть идите по готовым инструкциям, едьте на готовом велосипеде, а потом уже после уровня директора экспериментируйте, пожалуйста. Идите по инструкциям, сделайте себе результат, получайте деньги на расчетный счет в банке. То есть сделайте себе зарплату, а которую вы будете держать в руках, а потом уже внедряйте свои идеи в свой рост. Да? То есть слушайте именно своих директоров и именно с самого начала. Очень много лидеров начинает говорить, вот я зарегистрировалась, пошла-ка я, и целый месяц новичок создает сайт. Потом целый месяц новичок создает базу для работы странички. Потом целый месяц новичок делает то, делает рекрутинг не начат. Приглашение людей в команду не начато. Лидер 3 месяца подготавливается к работе и видит, что другой лидер вдруг открыл директора. Да, у нас есть рекорд с вами, 53 дня директор. В чем дело? Как так получилось? Да потому что кто-то все время собирается, кто-то все время что-то свое выдумывает, а кто-то берет и делает, уже понимает, что все готово и нечего тут запариваться, да? Ну так это в кавычках, извините, да, за лексикон. Вот, поэтому, как вам даже сказать, нужно обязательно именно соблюдать хотя бы до уровня директора инструкции проекта, а потом уже разрабатывать и внедрять свое обучение и предлагать это на совете директоров. И поверьте, мы рады каждому совету в чате директорском от любого директора. Очень рады и очень признательны, что директора принимают участие в обучении всех новичков, а не только своим. Отдельный низкий поклон именно таким директорам, которые не жалеют времени именно на разработку общего роста на интернет-проекте. Дорогие коллеги, я смотрю, вы там разболтались хорошо, а меня кто-нибудь слушает? Поставьте мне плюсики. Вебер Виктория, с тебя фотография, кстати. Одну тебя жду, чтобы поздравить людей в группе с выигрышем. Видела тебя, поэтому фотографию мне в личку в Skype срочно. Внимательно, спасибо огромное, огромное, преогромное вам. Да, и, конечно же, домашнее задание для тех, кто уже начнет проходить обучение, это сделать нужно к пятнице, да, то есть вы создаете 3 странички в Одноклассниках, 3 странички ВКонтакте, 3 странички в Фейсбуке. Если вы уже успели провести до начала обучения 5 регистраций и 25 баллов лично у вас тем более есть, то, конечно же, отправляете все странички, скриншоты, все это отправляете своему директору, и директор вас
добавляет в новый чат активного роста. Он уже создан, он уже есть, да, то есть обязательно пишите. Если есть странички, то еще создаем странички сверху. То есть это задание для всех, критерии вступления для всех. Пусть у вас будет хоть 100 страниц, я прошу, создайте еще. Да, табличка будет в новом чате активного роста дана. Грубо говоря, ее можно дать уже после того, как я выложу вебинар, в новом чате активного роста эта табличка будет. Нет, активный рост не будет 19.00, другим директорам некогда проводить 19.00, а я не могу проводить раньше, поэтому я презентовала активный рост так рано, ой, так поздно. 5 регистраций по итогам 8-го каталога. Во время обучения можно присоединиться, Елена, да, да, да. Как будет у вас сделано, вы можете даже в середину круга войти, начать обучаться, выполнять задания. Ну что ж, приглашаем вас, зовем, растите быстро, профессионально, а пользуйтесь бесплатным обучением от быстрорастущих директоров интернет-проектов Оперлик Онлайн. Спасибо вам огромное за внимание, до новых с вами встреч. Очень ждем всех на ассамблее в 2017 году в Москве, то есть в этом году. Я вам честно хочу сказать, что мы собираемся еще отдельно директорами, всю свою московскую команду собираем, да, потому что мы собирали и в Белоруссии, и в Казани, в Новосибирске мы собирали, собирали в Украине команду, да, а вот в Москве еще пока не собирали. В Москве к нам только два лидера приезжало повидаться, когда мы гуляли по, как даже сказать, по Кремлю, который меньше, который измайловский, да, Кремль. А сейчас, конечно же, мы вас всех приглашаем также пофотографироваться в измайловском Кремле, где-то посидеть в ресторане всем вместе, повидаться, послушать какой-то тренинг, получить какие-то личные ответы на какие-то личные вопросы. Конечно же, мы вас приглашаем, да, к себе в номер, если у вас есть какие-то сугубо личные вопросы, еще что-то. Будем вас информировать, да, как в Новосибирске мы на картоночке рисовали систему обучения новичку, человеку, который после этого на следующий каталог открыл директора. И, вы знаете, очень приятно, когда человек вас послушал, применил ваши знания на практике и открыл директора. Это очень приятно, это как бы вот мне на душе прям так тепло, хорошо становится. Поэтому растите, обучайтесь. Запись, конечно же, будет. Она будет обязательно, да, то есть ждем, ждем, ждем. Обязательно очень будем рады с вами увидеться. Мы будем несколько дней, потом мы уедем в Доминикану, поэтому у нас ограничено все это дело. Поэтому, когда мы вам сообщим, с какой день, по какой день мы находимся в Москве, когда мы свободны, в какие часы, очень прошу под нас подстроиться, потому что все же мы, чтобы уехать в Москву, да, мы будем там на несколько дней подольше, но мы хотим минимально бросить своих деток, да, то есть мы поедем уже. Анечка Бабей, да, Бабей открыла, вот как раз, да, мы с ней виделись в Новосибирске. Благодарна, да, вот, очень благодарна за новый уровень. Вот, мы с ней недавно переписывались где-то, ну, как недавно, месяц уже, наверное, назад прошел. Ну что ж, всем пока-пока, и давайте, пожалуйста, я сейчас останавливаю запись, и очень прошу